похудел на 5 кг. Ну вот их-то мы и снимаем. Ванина задница будет запечатлена во всех аналах. И после какой-то тренировки я в итоге не встал на следующий день. У меня такого вообще не было, как это, блядь. Чтобы я не помнил, как я выключал, короче, будильник. Я скажу, что надо 7, и все, можно один раз 7 и все. Так, 7 за раз. Семерня, так сказать. Да, не надо. Ваня, ты с какой целью интересуешься? А ты 7-й сын? Или ты 7-го сына? Вы прям юные, блин, видеоблогеры. Налево. Мы внизу на развилке. У вас рядом креселка или кабинка идет вверх? А, все, отлично, сейчас приеду. Давай. Привет. О, да. Красиво. Оберхутер, я! А вот там это как раз патрулируемый фрирай. Нет, там... Да, вот. Там кризихутер. Патрулируемый фрирайд. Но мы... Вот тут есть, короче, вот этот вот горизонт, который синий. Уже мокро, плохо все. По красной оберхутер, шмупер. И предлагаю опять к низу спуститься креселки прям. Давай. Ой, я попадал. Пора заканчивать. Прости.
есть, пожалуйста. Не могу, все возможно. Что у тебя такое? Колено, и мне надо на сад убрал колено. Пенсия пришла? Старость пришла, пенсия. Идет посреди вот этого спуска, просто отказал левое бедро, сказала, блин, я не хочу больше сгибаться. А я тоже там видел, вот этот спуск уже, типа, ну я это, тормозить не буду, так, по касательной проеду. Поляшком долбит, но это, ну я проеду и хорошо, и даже не буду тормозить. Ну как, первого раза, нормально. Ну как бы, понимаешь, во-первых, мы, извини меня, 12 были на горе, я считаю, это, в принципе... Само по себе достижение, да. Да, успех. Это момент, когда ты вышел из дома, и ты... Что, на сентябре уже? Я своих коллег потерял, нужно в парке предположительно.
катались. Ваня, вы катались на роликах, Иван? Да. Покажите, покажите. А лыж нет. Нет, нету лыж. Лыжа, вот, лыжа. Простите. Погнали? Так, на роликах. Идеально! Давите в пятки, короче! В пятки дави! Куда? О, не, норм. Чё, раз, два, три. Конечно!
Идеально загруженный багажник.